OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Согласен, то, що Москва вот на одній стороні з Хамасом? Я би не согласився з цим мнением. Ну, взагалі, так. Да. Согласен. Сьогодні, так, да, к сожалению. Как-то исправить это можно, чтобы мы были на какой-то другой стороне, наверное? Можно. Давайте. Можно. Рецепт. Рецепт? Да. Смена власти. Нет. А как думаете, почему так? Потому что Хамас — это террористическая организация, а Турция и Россия — это совсем другого плана. Мы готовы строить международные нормальные отношения. Хамас, они же вроде, представляете, они же там в Израиль так напали, да. Захватили заложников. Мы похожи? Ну нет. Ну, если смотреть со стороны Европы, то да, а так нет. А вы как думаете, кто прав там, Москва, Израиль или Хамас? Кто первый напал, тот виноват, мне кажется. А кто напал? Хамас вроде напал? Они, да, Хамас напал. Ой, это очень долгий, старый, абсолютно тяжелый конфликт. Но с точки зрения сегодняшнего дня, конечно, Хамас — это террористы, которые просто убивают мирных жителей. Египту, откройте коридор. Пустите людей. Пустите людей, они хотят вырваться из этого ада. Да? Пустите их. Ко всем арабским странам, кроме пустите, пошлите медицинские самолеты, вывезите больных из больниц сектора Газа. Ну, потому что действительно очень серьезная проблема. Между прочим, я видел интервью какого-то врача из Газы. Ну, хоть нормальный парень, по-английски говорил там. Ну, врач, палестинец, да, араб. Он говорит, что вот нам, говорит, Израиль говорит, эвакуируйтесь. Вот у меня больные, которых я не могу эвакуировать. Я не могу их эвакуировать, потому что у меня нету, соответственно, для этого автомобилей, у меня нет там чего-то. Я бы их эвакуировал, но мне некуда, да. Значит, тогда должно быть, соответственно, требование к... там, к тем же Эмиратам, там еще кому-то, к богатым странам, да, ребята, пришлите самолеты, пришлите нормальный транспорт, вывезите людей, тяжело больных людей, вывезите их из Газа, да, этого не говорится. Ну и, конечно, должно быть требование к Хамасу. Ребят, а вообще вам не надо убрать из-под больниц, из-под общественных зданий, убрать свои штабы, убрать склады оружия там, и так далее. Да? Потому что вам не надо прятаться за людей. Да? Ничего этого нет. Поэтому мне кажется, что там 99% высказываний в адрес, ну, с печалью по поводу народа Палестины – это лицемерие. И это просто упаковка антисемитизма в какой-то более-менее приличный вариант. Как вы оцениваете то, что Кремль встретил... Ну, то есть в Кремль были приглашены представители Хамас. Может быть, не непосредственно здание Кремля, но понятно, что это было, да, согласовано. И в Москву делегация Хамас после теракта в Израиле приехала. Ни одна страна, насколько я понимаю, ни Катар, ни Иран... на это не отважились, то есть они не приглашали Хамас, а Москва пригласила. Почему? Ну, для Москвы вся эта история такой праздник, что они не могут себе ничем отказать. Это, конечно, понимаете, дело в том, что у Кремля не осталось репутации. Они не боятся ничего потерять. Иран боится, а Москва уже ничего не боится. Хуже дальше некуда, понимаете? И это совершенно новая ситуация. Вот сколько я живу, я живу 70 лет на этом свете. И столько раз я всегда помнил, что в брежневские времена всегда было понятие, что можно, что нельзя, как это будет смотреть на это Запад. Путин все это дело развалил. Понимаете, при Брежневе еще было понятие стыда. То есть они не должны были делать что-то такое. Почему они Сахарова не прикончили? Ну, потому что, а что скажет Запад? А теперь плевать на то, что скажет Запад. Хуже уже не будет. И поэтому Хамас они позвали отпраздновать истребление евреев, потому что это отвлекло Запад от Украины. И это, конечно, очевидно, что это действительно большой удар по Украине, потому что сейчас все волнуется по поводу Израиля, не по поводу Украины. И это отвлекает внимание. Это совершенно очевидные вещи. Но вообще то, что они делают, это очень плохой свет бросает на всю Россию. Значит, Россия как бы становится в лагерь антисемитизма. И это, ну, еще один позор на эту страну. И, конечно, я читаю, действительно очень сильно обострился антисемитизм. Я это сужу по собственной почте, где
доброжелательные пишут, что убирайте свой Израиль и, пожалуйста, пиши на иврите, потому что какое-то имеет отношение к русской литературе, ну и так далее. И как-то этого стало больше, потому что стало можно. Это мне напоминает анекдот времен шестидневной войны, когда рабочие Петрова судили за то, что он ударил на улице Рабиновича. Он говорит, как же это случилось? Он говорит, ну, понимаете, я смотрю, по радио говорят, Израиль наступает на голландских высотах. Посмотрю, Израиль наступает на Советский канал. Потом выхожу из проходной, а он уже здесь. Тут я Рабиновича и ударил. Вот примерно это происходит сегодня. И вдруг вернулись эти самые времена жуткого антисемитизма. И Хамас — это такой как бы Вагнер, да? Арабский. Хамас чрезвычайно похоже то, что они делают, на то, что делали россияне в Буче. И я все время думаю, что в этом есть какое-то исконное родство, ненависть к цивилизации и садизм. Сегодня многие говорят и спорят о том, что толкало Хамас на этот безумный поступок. Какую выгоду могли они иметь? Ну, люди говорят о тактических приемах, что вот таким образом они разрушат возможные связи арабского мира с Израилем. Возможно. Но другие говорят, что нет, чистый садизм. Это наслаждение от убийства. Если учесть, чему учат в палестинских школах, где маленькие дети узнают, что люди произошли... Аллах сотворил людей, а евреев сотворили... Они произошли... Так что это тот же самый садизм, который был в Буче, который проявляют россияне и российская армия в Украине. У них очень много общего, к несчастью. Вот здесь как раз мы когда обсуждали в эфире эту ситуацию, я услышал такое мнение, что если вы слушаете двух спикеров, например, российский МИД, там, Марию Захарову и представителей Хамас, то верить можно Хамас, потому что они говорят то, что на самом деле происходит. Потому что когда Мария Захарова говорит, мы встречаемся с Хамас для того, чтобы спасти наших заложников, это такая красивая ширма. Хамас говорит, мы приехали к России, потому что нам нужна помощь, мы хотим уничтожить Израиль, ну и так далее и тому подобное. Дальше они стали эту тему развивать, и их представители стали говорить, что вот русские нами вдохновлены, что они будут это писать в учебниках военного дела и так далее и тому подобное. Я, кстати, не знаю, мы это не можем ни проверить, ни подтвердить, ни опровергнуть, но, тем не менее, они это выпустили в общественное пространство. И вот такое ощущение, что Хамас-то как раз врать не надо, а в России еще все-таки пытаются где-то как-то это отполировать. Не согласны, знаете, с этим? Что говорят в России, уже давно не важно, потому что этому никто не верит. Что говорит Хамас, тоже не очень важно, потому что что они могут сказать? Они уже все сделали, что могли. Понимаете, Хамас — это как ISIS, я не знаю, как по-русски называется, это исламское государство. Там было 12 миллионов человек, между прочим. Их уничтожили. Их уничтожили, смогли. Вот мир взял и решил, что нет, цивилизация не может позволить себе иметь вот такое образование. Хамас относится точно так же к этому. Тут другая проблема, гораздо более важная, как быть с мирными жителями. Вот это по-настоящему нравственная проблема, которая сегодня решается всюду. И, по-моему, для того, чтобы ее решить, нужно посмотреть на одну картинку. Вы знаете, я когда в последний раз был в Израиле, мне показали картинку, которая описывает отношения Израиля и Палестины. На ней изображены два солдата, которые с автоматами. Два солдата. Одни израильский солдат, другой боевик из Хамаса, и две коляски. Израильский солдат стоит за коляской, защищая ее, а палестинский солдат стоит перед коляской, которая защищает его. Вот это то, что происходит сейчас. Хамас взял заложники не только несчастных евреев из Израиля, а весь свой народ, весь свой 2 миллиона палестинцев, которые живут в Газе, они все взяли заложники. И чем больше евреев, палестинцев, тем лучше Хамасу. Собственно говоря, они стреляют не в израильтян, а в своих, потому что это им выгодно. И это самое ужасное, что в этом есть. Потому что чем больше жертв среди мирного населения, тем больше возмущения Израилем, а не Хамасом. Хотя, конечно, каждый убитый палестинец сегодня, его кровь на руках Хамаса, а не Израиля. Сахал расширяет наземное присутствие в секторе Газа, вводит дополнительные войска в анклав, заявил представитель израильской армии. При этом начало полноценной наземной операции Тель-Авив отрицает. Сообщается, что бойцам Сахал удалось продвинуться примерно на 3 километра на севере анклава. На фоне обострения ВВС Израиля значительно активнее обстреливают сектор Газа. Сахал отчитался о поражении 600 целей в анклаве за прошедшие сутки. Израиль ведет беспрецедентные бомбардировки суши, моря и воздуха. В анклаве настоящий ад. На фронте прямо сейчас сражаются граждане нашей великой страны всех национальностей.
В этой связи президент считает, что нужно знать и понимать, где находится корень зла и кто хочет нанести России стратегическое поражение.